Привет, друзья! Доброго времени суток! Это снова я, Артур, с очередной распаковочкой товара от магазина Розетка. На этот раз я заказывал Powerbank, давно его хотел, от фирмы Colorway с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 на 18400 мА. Вот в такой вот коробочке он ко мне пришел. Симпатичный. Доставка была на второй день после заказа. Как обычно, это уже классика для розетки. О скорости я доставки молчу. Здесь было вскрыто. Видимо, проверяли все-таки Powerbank. Здесь смотрим. Вот такая вот коробочка. Удобная с ручечкой. Упаковка. Приятно. Шнурочек, кабель USB. Коротенькие, но думаю, то, что надо как раз с собой носить. И сам Powerbank. Вот таким образом он выглядит. Тут, конечно, не просто Powerbank, а тут обещали максимально расширенные возможности и фишки такие удобные. Ну вот, например, если ты забыл провод, то здесь есть вот такой вот проводочек встроенный с micro USB. Ну, так что можно провод с собой не таскать. Так вот аккуратненько он туда вставляется, и как будто бы его и нет. Здесь получается три выхода вместе с этим. Вот три выхода USB. Один идет умный, вот этот, он получается Quick Charge 3.0. У него, если мне память не изменяет, от 3,6 до 6,5 вольт, максимум 2,4 ампера идет, потом от 6,5 до 9 вольт максимум 9,12, 2 ампера, короче, а 9,12 вольт максимум 1,5 ампера. Ну, то есть он сам определяет, когда сколько кушает тот или иное устройство. Вот. Выход номер 2. Тут идет 5 вольт 2 ампера. И здесь идет 5 вольт 1 ампер. То есть, ну вот эта фишка. Вот еще какая удобная штучка здесь есть. Фонарик. Прямо направленный. Мощный, как говорят. Но я не пробовал еще, потому что я включаю. И, видимо, все разряжено. Не заряжалось. Потом есть вот такая вот удобная фишка, как светодиодный. Лампа такая светодиодная. Вот она открывается, и таким вот образом ее можно ставить Powerbank на стол, и угол, регулируя свечение, заниматься своими делами независимо от центрального освещения. Ну, 18400 миллиампер позволяет работать под такой лампой, когда необходимость есть. Дальше. Это вход. Здесь выключатель. Он такой вот красивенький, симпатичный, стильный пауэрбанчик. Сейчас проверим его, как он работает. И работает ли он вообще. Так, включим. И вот на Quick Charge поставим. Опа. Все, загорелись лампочки. Зарядка пошла. Вот здесь такой индикатор. Раз, два, три, четыре. Лампочки. Все, что можно еще сказать. Аппарат работает. Доставка приличная. Гарантия от розетки, как обычно, 12 месяцев. Ну, вот я забыл еще добавить здесь одну интересную фишку. Это
Прикольная, на мой взгляд, и очень полезная фишка. Такая, как держатель для телефона. Ну, его можно использовать как подставку для просмотра видео, чтобы не использовать там, ну, в кафе, например, солонку или цветочницу, как я это делал раньше. Вот сюда вставляется телефон и ну, типа такого вот. Как-то вот так. Вот так. Типа. Вот. И спокойно можно смотреть что-нибудь. Видеофильмы там. Ну, что-нибудь, короче, такое. Будем покупать дальше у розетки. Я доволен. Проверим потом, как он работает. А, кстати, забыл самый важный момент. Еще не самый важный, но немаловажный, скажем так. Вот к нему была акция. И в подарочек положили вот такой вот пауэрбанчик. Маленький, на 2200 миллиампер. Тоже с фирмы Colorway. Вот. Мелочь, но приятно. По крайней мере, процентов 70 моего смартфона на 3500 он сможет зарядить, я так надеюсь. Посмотрим. Но приятно. Все, хорошего всем дня и прекрасного настроения. Удачи.